Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла макадамии. Масло макадамии добывают, как и многие другие ценные масла, методом холодного прессования орехов австралийского дерева макадамии. В Австралии этот орех очень почитаем как святое целебное средство от многих заболеваний кожи. Макадамия растет не только в Австралии, но и в Бразилии, Африке, Азии и Гавайях. Ценные орехи очищают от твердой скорлупы и давят масло. Затем масло очищают и рафинируют. Цвет во многом зависит от зрелости сырья, потому масло бывает желтого или светло-желтого цвета. Ценнейший орех макадамии обладает огромным количеством полезных качеств для нашей кожи, волос и организма в целом. Из-за немногочисленных урожаев, сложности с прессованием и весом получаемого масла, цена на готовый продукт высока. Широко применяется в косметологии, уходе за волосами и мыловарении. Свойства таковы. Масло макадамии состоит из многочисленных жирных кислот, безумно полезных для нашей кожи. В кулинарии масло ореха макадамии используют в диетах и правильном питании. В производстве кремов для загара на солнце в солярии это масло используют как защиту от вредных UV-лучей и увлажнения кожи. Масло макадамии бережно заботится о вашей коже, улучшает регенерацию клеток для лучшего отшелушивания и насыщения кислородом. В косметике для волос это масло питает луковицы, возвращает волосам природный блеск и красоту. Кремы с маслом макадамии – это свежесть и тонус для вашего лица. Омолаживающий эффект уже через пару дней даст прекрасный результат. Массажные салоны используют масло ореха макадамии для смягчения и питания кожи. Косметологи рекомендуют больше использовать этот ценнейший ингредиент в зимнее время, так как масло защищает кожу от сухости, обезвоживания и трещин. Большое содержание протеинов в австралийском орехе действует на кожу, разглаживая морщины и нормализует водный баланс. Используя масло макадамии в мыловарении, вы сможете сварить мыло с увлажняющим эффектом, которое будет нежно очищать кожу. Вот такой бутылочке мы отправляем масло макадамии нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!